Пам-пам-пам-пам-пам. Печенюха, добро пожаловать на стрим. Окей, мы начинаем теперь уже полноценный стримчик по Clash of Clans. Там Косточка спрашивал, какой у меня план капкан. Ребят, я в начале стрима говорил, еще не все тогда собрались. План капкан такой. У меня через 3 дня освободятся, будет свободных 4 строителя как раз. И через 3 дня у нас закончится клан вар, который мы вот сегодня как раз начнем. У меня даже будильничек стоит по этому поводу. И я хочу поставить улучшаться все мои 4 казармы одновременно, потому что они улучшаются 6 дней. И чтобы к следующему клан вару у меня уже было свободные 4 казармы, в которых я смог бы строить войска для клан вара. Вот, для этого мне нужно нафармить 8 миллионов под завязку. Ну и, естественно, нужно, чтобы еще ресурсы были на кланвар. Но я думаю, там мы дофармим уже немного. В общем, нужно добить как можно больше эликсира. На голду я, в принципе, обращать внимание особо не буду, а вот на эликсир постараюсь побольше его пособирать. Вот, поэтому давайте я сразу бустану бар... Нет, не, сразу не бустану, сразу мы пойдем в атаку, а потом уже бустану бараки. Сколько сабов до тостера? Еще 8 сабов до еще 2 смайликов. А почему название стрима Clash of Galaxy? Ну, по приколу, типа. А следующий, мы, получается, через часа 3 будем стримить The Binding of Isaac. И стрим по The Binding of Isaac будет называться The Binding of Galahoo. А этот стрим называется Clash of Galahoo. Вот как-то так. Хомячок с 8 сабов нужно. 8. 8. Видел ли ты Don't Starve Together и будешь ли коопить? Может быть. Типа сюда придут только с Ютуба, с Твича в поиске никто не придет. Макс, в поиске с Твича ищут по названию игры. То есть выбирают просто сам раздел игры, и в этом разделе меня найдут, если надо будет. Я не знаю, как ты пользуешься Твичом, но я выбираю просто раздел Clash of Clans и, собственно, ищу там нужный мне стрим. И все. Название, посмотри на эти названия в разделе по клашу, там ни одного названия Clash of Clans нету. Зачем его дублировать, если при создании стрима как бы ты выбираешь раздел игры, по которой ты стримишь? Сколько по времени улучшаются топовые казармы? 6 дней. 6 дней как раз хватает, чтобы еще даже немного пофармить перед кланваром. Вот. Сколько стрим длиться будет? В 6 часов по Москве у нас еще будет стрим по Айзеку, так что будет долго сегодня стрим. Ты после кланвара поставишь бараки? Конечно, Слава, конечно. Было бы смешно, если бы я их поставил до кланвара. Это была бы бомба. Лучший... Кто как это там называется? Короче, лучший глава клана за всю историю. Поставил улучшаться бараки до начала кланвара. То, что надо. Давайте мы вот сюда пролезем, наверное, тихонечко. И даже я бы еще хотел по трофеям немного повыше подняться, поэтому я сегодня постараюсь не сливать бои, в принципе. Потому что через 8 дней, ну а то и раньше, если я психану и бустану улучшение миньонов, уже будут
насколько я понимаю, максимально возможные миньоны на моем 9-м левеле ратуши. И я бы хотел подняться выше по лиге и попробовать шары и миньоны. То есть следующий стрим, я предполагаю, что мы уже будем пытаться воевать, пытаться фармить шарами и миньонами. Будешь проходить террарию 1.4, я думаю, я буду проходить террарию 1.3 еще. Ну, это возможно, смотря когда она выйдет. Так, чуть громче сделаю, а то как-то тише. Теперь расскажешь, как стримить Clash? Гуглил в Яндексе, ничего не нашел. Плохо гуглил. Плохо, что в Яндексе, надо в Гугле гуглить. Так. Есть много разных способов стримить Clash с компа. Даже для этого не обязательно играть на этом... Пам-пам-пам. На ПК. Для этого нужно всего лишь загуглить. Элементарно. Антон, ты Техас Крау не пропускай, когда по кубкам поднимаешься. Макс, ну что, что ты, бля? А я что, пропустил? Может пропустил? Я просто на эти смотрел. Да, на... На количество ресов. Да. Так, все, теперь мы ускоряемся и погнали, погнали, погнали. Фармить, фармить, фармить ресы, фармить трофеи. Очень много всего фармить надо нам сегодня. Тынц, тынц, тынц. Ты почувствовал, что фарм упал после конца хэллоуинского ивента? Нет, не почувствовал. Он... Его как не было, этого фарма, так и нет. В принципе... Название песенки про тостер. Сейчас, секунду. Оп. Я ее случайно включил. Но я думаю, никто не против. Вот оно, название песни про тостер. Обзоры баз будут? Хьюго Босс, ну ты в принципе заслужил обзор базы, поэтому я думаю, что можем твою базу посмотреть, если ты хочешь, по-быстренькому. Тостер. Так, так. Нет, вот так. Поэтому да, Хьюго Босс, если ты хочешь, чтобы мы посмотрели на твою базу, то напиши нам свой этот идентификатор твоего клана и твое игровое имя. Привет, Думсдей. Перейди на сервер турки, там ночь у них фарм хороший. Синглмен, погугли хорошенечко, как работает система серверов, как работает система языков, и не пиши больше глупости. Так. А турбо дорого? Турбо, по-моему, 9-10 баксов, да, что-то типа того. Что делать? Блустакс уже не запускается 4 дня. Я даже не знаю, гоблин. Даже не знаю. Что делать, если не запускается? Так, Колян, хорошо. Сейчас я быстренько сделаю атаку, солью войска, и мы посмотрим твою базу. Я тебя запомнил. Твоя информация... гадский сервер. Твоя информация у меня перед глазами. Все. Язык меняет все, глупцы. Язык не меняет ничего. Ровным счетом ничего. Ребята, я вам могу дать ссылочку. Сейчас войска солью. Я вам покажу, я вам расскажу. Раз вы должны... Что-то такое, ёлы-палы. В Китае фарма дофига, в России нифига. Ага. Да-да. Да-да. Мы это столько раз обсуждали. Столько раз. И каждый раз кто-то приходит и начинает нам рассказывать какие-то глупости.
Антон, ты не знаешь, с мобилы без ПК можно стримить? Макс, можно. Смотря, правда, с чего ты? С айфонов точно можно. Ну, правда, я не знаю, как там с айфонов, но с планшетов, но этих, с эппловских, точно можно стримить. Это я. Это даже я знаю. Есть замечательная программа, называется... Называется, как она называется? Пум-пум-пум-пум-пум. Рефлектор. Вот, рефлектор называется. Она позиционирует картинку с твоего телефона или, ну, сайд-девайса на ПК. И с ПК ты уже стримишь. С Samsung Galaxy Note, Макс, тут я не знаю. Тут я не знаю. Но я думаю, что должна быть какая-то подобная программулина. Так. Стримить с планшета — это такое, да. Но многие, кстати, Маша, стримят вот по Клашу, многие стримят именно со своих портативных девайсов, потому что вообще BlueStacks, он, ну как, он не закон. Никто его не любит из разработчиков. Точнее, может, разработчики-то и любят, но там всякие конторы, которые, ну, в смысле, я имею в виду, тот же... Ну, короче. Короче, он не закон. Все. А то я сейчас начну что-то выдумывать. Кто его любит, кто не любит. Но он не закон, это факт. Ай-яй-яй, бомба как хорошо зашла там. О боже мой, привет, мистер Смайл, слайма, прости. Если я буду со всеми здороваться, то пойми сам, подумай. Подумайте, ребята, думайте иногда хотя бы, елки-палки. Сейчас я кину картиночку тем, кто... Думать тоже не хочет по поводу языков. Так, сейчас найду. Я ее специально в группу добавлял. Так. Дэн-дэн-дэнс-дэн-дэнс. Дэнс-дэнс-дэнс. Так. Вот, беседка моя. Сейчас найдем. Сейчас я разгребу все эти картинки. О, есть контакт. Пам-пам-пам-пам. Давайте я даже прям вот так вот поставлю. Я, правда, не знаю, вы увидите или не увидите. Я думаю, увидите. Сейчас я сам посмотрю, вы видите. А, я не посмотрю. Нет, посмотрю. Смотрим сейчас. Так. Понимаете, ребята, к чему я веду? То, что при смене, это ответ от суперсела саппорта. Не изменяет сервер, к которому привязана ваша игра. Вас продолжает обслуживать тот сервер, который определила игра при создании аккаунта.
То есть, какой бы вы сервер ни выбрали, все сервера идут мультиязычные. То есть, точнее, никакой бы сервер вы ни выбрали, какой бы язык вы ни выбрали, вы все равно остаетесь на том же сервере, на котором вы... которому вас приписали при создании аккаунта. Сервер не меняется. Сервер не меняется, какой бы вы язык ни выбрали. И от того, что вы выбрали язык, не меняется ровным счетом ничего. Вам точно так же будут попадаться китайцы, корейцы, японцы, турки, индусы, индейцы, евреи и мусульмане и все остальные. Кто угодно. Ребята, кто угодно. То есть ничего, ничего не поменяется. О, Робби, ты сегодня... Робби, ты к нам это... Каждый день с нового аккаунта будешь заходить? Вчера с одного, сегодня с другого. Хорошо. Хьюго Босс, давай быстренько глянем на твою базочку. А то я войска уже построил, да, пока тут показывал этим картиночки ребятам. Ник Коля. Коля. О, Коля, 102-го левела. Коля, это ты? Да, это ты со смайликами. Коля, ты тут? Я надеюсь, Коля, ты тут. Привет, Фриман, привет. Будешь ли ты проходить GTA 5 на ПК? Может, когда-нибудь буду. Стоп, Коля, подожди. Где-то я видел такую базу. У кого я видел такую базу? Ну, похожую на такую базу. Слушай, Макс, не у тебя ли такая база была? Ну, похожая. Шайтаны, да. О, хорошо, Коля есть. Всегда приятно смотреть на такие базы, конечно. Давай посмотрим сначала на твою стату тогда. Чтобы убедиться. Так. Слушай, почему-то... У меня такое подозрительное чувство... Что ты донатил так? Ну, может, не сильно, но донатил. Признайся, Хьюго Босс, ты донатил, да? Ты донатил, потому что у меня стата практически такая же, как у тебя. Я играю практически столько же, ну, может, на месяцок меньше тебя. Нафармил я уже больше, чем ты, а база у меня в разы слабее. Что-то тут не так. Да, Славик тоже понимает, что что-то тут не так. Ну, признавайся, Колян, ну было же дело. Есть немного, да. Стеснительно так пальцем по столу повозив. Ну, есть немного. Ну, понятно. Но стеночки, конечно, эти классные. Эти классные стеночки. Я не знаю, вот, Колян, мне честно не нравится, что ты вот так вот прям свои золотохранилища вот здесь вот оставил. Но с другой стороны, как бы, может, тебе золото-то уже и не надо? Зачем тебе золото? Подожди, а что тебе еще осталось? А что тебе уже ничего тут не осталось? Колян, а что так? Все, я вижу. Ратушу улучшаешь уже, да. На 10-й переходишь. Все в максимум прокачано. То есть топовый у тебя, походу, 9-й уровень ратуши. Топовые мортирки, топовые башни магов, башни лучниц тоже, я предполагаю, что топовые. Точно я еще пока не помню. Но вот эти самые красивые башни лучниц, они мне больше всего нравятся. Вообще. Вот. Так как бы, ну, я даже не знаю, что тебе посоветовать. Очень клевая база. Единственное, что мне вот не нравится, то что вот тут... У тебя как-то слишком близко, слишком открыто хранилища стоят твои с лутом. Вот. Я бы, например, на твоем месте старался бы их ставить как-нибудь поглубже. Поглубже, чтобы до них не добрались, потому что... очень неприятно, когда теряешь тонны. Тонны просто иногда теряешь лута. А так, отличная база, конечно.
ничего не скажешь. Я здесь, похоже, отстаю от жизни, но Clash of Clans разве только на мобильные платформы? Ну, как? В принципе, да. По идее. По идее, да. В Кристалле 1 никто не пойдет за золотом и кубки не подарит. Ну, не знаю. Стенки за счет, стенки все решают. Может быть, может быть. Но вот эти стенки, они... мне кажется, вот они одни из самых красивых как раз вот эти стеночки такие. Прикольные. Лучше, наверное, только те, которые там максимально идут. С этими... С синими лазерами такими. Когда следующий обзор баз? Ой, ребят, я даже не знаю, когда обзор баз. Я серьезно говорил уже не один раз на последних нескольких стримах, что они меня начали очень сильно напрягать, и обзоров баз будет по минимуму. Если вы пришли сюда только ради обзора, только ради того, чтобы я посмотрел на ваши базы, то, наверное, не стоит. Не стоит ждать и надеяться этого. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Если бы Коля не качал забор на 9-м танхоле, то ГХГ бы его кикнул. А Шайтаны это да, это клан ГХГ, да? Стенки как из Лего, да, многие так их и называют, Лего-стенки. Нет, Фриас, неплохие базы. У многих базы-то нормальные, как бы, да, потому что, ну, в большинстве случаев они просто, как бы, посмотрены в интернете, как бы, ну, многие так делают, я сам так делаю. Смотрю в интернете какую-то базу, которая мне бы понравилась, и себе перестраиваю, ну, подобную делаю. Не точную копию, конечно же, а что-то такое подобное делаю. Вот, и у многих базы более-менее нормальные, более-менее адекватные, но просто каждый раз приходится одно и то же рассказывать по поводу того, что нужно выносить ратушу за стеночку, что нужно там мортирки ставить за стенками как минимум. Вот, ну и все остальное. Вот одно и то же, просто реально одно и то же каждый раз говорю. И многие как бы хотят, чтобы мы посмотрели просто на их супер крутую базу там 4-5 уровня ратушек, ну, на которых просто смотреть просто не на что. На этих уровнях как бы смотреть даже не на что реально. Вот на такую базу, как вот у Коли, приятно посмотреть реально. Когда и стена, ну, да, он задонатил, но это такое дело тут. Кто на что учился, как говорится. Я в этом лично плохого ничего не вижу. Я сам доначу периодически, но я весь мой донат сливаю только на ускорение строительства и на ускорение бараков. Вот. Ой, так. Блин. Вернись. Все пойдет. Так, что-то я чувствую, придется тут даже хилку слить, а там что-то... Что-то как-то я так не очень пошел. Не очень. Но тут зато и темного эликсира так немножко было. Интересно не на базы смотреть, а в профиль, да. Открыл профиль, и на базу можно уже не смотреть, в принципе. Так, луки, давайте, сливайте последнюю вот эту вот гадость. Еще, может, по шахточкам пройтись. 30 тысяч.
Ну такое. Не очень так мы сейчас забрали. Совсем не очень. Еще и хилку потратили. Это там сколько? 25. Не очень. Давайте посмотрим. Ну, так себе. Так себе. Техника саранчи. Ломаешь забор и запускаешь всех. Да. Да. Это фарм бодрящий такой. Когда планируешь переходить на 10-й энтанхолл? Мне кажется, что не скоро. Мне кажется, что не скоро. Потому что я хочу как минимум прокачать оборону дома. Ну, может, не всю оборону, да. Хочу эти башни лучниц такие вот, как у Коли были. Они мне очень нравятся. То есть мне еще до них два левела. Хочу пушечки черненькие. Черные как раз следующие, да, максимальные будут. Вот. Ну и, собственно, максимальные хочу башни лучниц, хочу максимальные пушки. Ну, еще пару мне вот башен колдуна осталось вкачать. Вот. Ну, а потом немножко ловушек прокачать еще надо. А, ПВОхи надо прокачать еще будет, да. ПВО прокачать надо будет определенно. Дотянуть буры еще по левелу. Прокачать темные казармы надо будет. Потом еще нужно будет улучшить по максимуму гигантов, стенобоев. Миньонов я уже улучшил. Может, там, в принципе, кого-нибудь из героев еще, героев, это понятное дело. Может быть, кого-то еще из вот этих вот ребят апнуть немного. Ну, короче, еще на пару месяцев работы точно есть. Что я могу не улучшать? Может быть, не буду улучшать, ну, там, по максимуму, да, это вот Теслы. Я на Теслы могу, наверное, забить немного. По максимуму, может быть, не буду ПВО улучшать. Ну, совсем так, по максимуму. Но пару левелов еще надо взять определенно. Ну и ловушки, может быть, по максимуму улучшать не буду. Ну и стенки, наверное, тоже, может быть, там черными сделаю, да, и пойду на 10-й таунхолл. Ну посмотрим, короче. О, про арбалеты я еще забыл, да, еще арбалеты точно надо, хотя бы по левелу надо будет взять. Но что-то арбалеты у меня как-то, знаешь, приоритет к ним как-то, ну, наверное, не на первом месте. Они как-то меня не очень радуют, арбалеты. Башни магов реально хорошо было бы, а вот, ну, арбалеты тоже, наверное, надо. Я, короче, не знаю, работы еще очень много. Тебе еще работы на год, да. А, пара левелов это и есть максимум, 7-й левел. А, 7-й левел на 9-м? Прикольно. Ну, хорошо, тогда, видишь. Я думаю, даже я быстрее справлюсь, чем через полгода, Макс. Я уверен. Антон, ты же говорил, что гигов улучшать не будешь. Буду. Я просто посмотрел, как... В смысле, я не говорил это 100%, что я гигов улучшать не буду. Я посмотрел просто, как Слава фармит гигантами себе там всякими стенобоечками, варварами, лучниками. И вроде норм так у Славы получается. Я тоже хочу так попробовать. На девятом уровне ратуши надо улучшать вообще все войска. Потому что на 10-м уровне ратуши уже некогда будет их улучшать. Поэтому тут... Вариантов немного на самом деле. Антон, тебе на следующую лигу сколько трофеев надо? Я без понятия, если честно. Я не слежу за этим особо. Я качнул оба арбалета до третьего, теперь гигов крошат. Но не знаю, Макс, что-то как-то арбалеты не зашли у меня сильно, что-то не знаю. Но надо будет, по-любому. А сегодня кроме Айзека и Кок будет что-либо? Нет, у нас времени не хватит на еще что-то. Это такие игры, которые много времени занимают. В Айзеке один ран, ну, удачный ран, скажем так, отнимает час. Минимум.
Вот. Плюс, если будет неудачный, то это еще там на полчасика может затянуться. Вот. Да и 2 часа фарма в клаше, там плюс-минус еще надо. Арбалеты от героев 20-го левела спасают. Ну, блин, Макс, ты прям расхваливаешь арбалеты так, что я уже задумался. Может, стоит все-таки их как-то... Антон, а ты хотел бы состоять в топовом клане? Нет? Нет? Зачем мне это? Нет, не надо. Это просто то Харакан, поэтому часик, да. Я такой. Всем привет, с чего это Клэш? Ну вот так вот. Вот так вот, надо пофармить эликсира хорошенечко. Поэтому не решил постримить Clash. Арбалеты самые дорогие на 9-м танхоле 3-го уровня. Да, ну блин, вот, наверное, это тоже одна из причин, почему я не особо спешу их улучшать. Надо сначала вот башни магов дотянуть. У меня как раз осталось 2 башни магов. А, мортира у меня уже топовая. Но потом надо будет чухать голову, конечно. Главное, чтобы рабы не спали, а так все успеешь улучшить. Да, Славик, я полностью согласен с тобой. Я очень, очень за этим слежу. Очень за этим слежу. У меня они спят. Они у меня вообще не спят. Некогда им спать. Зачем тебе элик? Хочу поставить одновременно улучшаться 3 этих, как они называются, я... казармы. 4 казармы. Какие 3? 4 казармы хочу одновременно поставить улучшаться. И для этого мне нужно 8 миллионов эликсира. Ну и на кланвар еще уйдет там часть. И вообще, короче, надо много эликсира. Может быть, как раз пока буду тут эликсир собирать, еще и на эту, на одну башню магов насобираю. Золото. Было бы прикольно. Сейчас посмотрим, кстати, сколько у меня там трофеев. У меня гады ленивые, я их... Шманаю, они работать не хотят. Да, знаем мы, Думсдей, как ты их там шманаешь. В Айзеке сутками залипаешь. Нет, чтобы пойти в клашике пофармить ночью как-нибудь так хорошенечко. А, или у тебя там почти топовое все, да, Думсдей? Поэтому они у тебя спят. Но тебе надо переходить на 9-й левел ратуши, Думсдей, срочно. Там же королева, как же, блин, я вообще не знаю, как ты сидишь на этом 8-м дурацком, там ничего нет интересного. На 9-й, тут королева, тут, блин, я не знаю, Думсдей, не знаю. Антон, а тебе финансы нужны просто так в плане финансы, хомячокс? Ты про золото? Золото нужно для улучшения башен колдуна. Антон, а почему ты не нападаешь миньонами? Потому что они у меня еще не до конца улучшены. Вот улучшатся до конца, тогда и попробую миньонами понападать. На 8-м фарм самый гуд. Ну, даже не знаю. Мне и на 9-м норм фармится, но зато уже с королевой. Зато с королевой. Я вот вообще не пожалел ни капли. Ну, может быть, буквально первые там пару дней я как-то так сомневался, что на 9-м все более-менее нормально. Вот, но... Сейчас я уже не сомневаюсь. По ночам фармится просто великолепно.
О, пойдет. Пойдет. Отличная базочка. Ща мы ее как-нибудь сожрем. Как мы ее сожрем? Ага, понятно. Отличная базочка, только стенок много чересчур. И героя у меня нету. Что, в принципе, тоже довольно печально. С героями было бы попроще. Надо хилку кинуть им сюда куда-нибудь. Да попробуем зайти. Ребята, вы немного не туда идете. Так, хорошо, лучники от этой мортирки избавятся. Все, ребята зашли внутрь. Пойдет. Пойдет. Залетаем. Залетаем. О, да. Эликсир мы уже весь забрали. Ладно. Золото нам тоже надо, как-никак. Антон, тебе нужны деньги куда-нибудь? Да, хомячок, я даже не знаю. Если очень хочешь поддержать канал, то... Первая твоя идея мне больше понравилась. Засабскрайбиться еще раз. Создать себе аккаунт хомячок с номер 2 и засабскрайбиться еще раз. От этого будет хотя бы польза для канала. Будут новые смайлики рано или поздно. А так... Так денег мне хватает. Мне норм. Как можно нафармить эффективно черный эликсир? Я вот его фармил вот последнее время на золотой, второй и третий. И в принципе нормально. Там часто попадаются базы, где есть там по 500, по 600, иногда больше эликсира. И варварами, и лучниками они прекрасно фармятся. Вот, поэтому... Можно нафармить таким образом, а можно подняться выше по лиге куда-нибудь в хрусталку, где тебе просто за победу, даже за снайп удачный, будут давать по 100 эликсира. Вот, но это такое, как каждому тут надо свое выбирать. Во тьме ночной при свете дня, кругом и всюду фармлю я, да. Так, все. Десяточка трофеев. Антош, ты в The Hunter же катал, покупал лицензии? Лицензии? Маш, я совсем мало в Hunter играл. Я там буквально пару оленей убил и все. И как-то я вышел. Я заблудился в кровавых следах оленей и вышел. Мне их жалко стало, оленяшек бедных. Всех, которых я убил. Я поэтому даже, наверное, не знаю, о каких лицензиях ты говоришь. Так, я чуть не посмотрел на войска на мои. Но нормально. Ну и тут, я думаю, можно забрать шахточки, как минимум. Ну, может, что-нибудь еще трофейное получится забрать. Так, сейчас сюда одного варвара, чтобы процентиков добить. Что тут у нас разбирается? Все разбирается. 28-32%. Не, надо добить до 50. По-любому. По-любому. Не хочу трофеи терять. О боже, только не олени. Да. Антоха, сколько героев, чтобы меньше спали? Блин, Слава, я жук. Я не могу тратить кристаллы на героев. Я такой жук. Когда клан Вар через... час 20 стартуем, ну и, соответственно, активная боевая фаза завтра будет. Завтра, ну, в это же время примерно, через час.
Там, чтобы убивать других животных, нужна лицуха. А, ну вот, вот. Я не покупал, Маш. Не покупал. Я еще что-то там позаходил на серваки к другим людям. Что-то как-то мне там не понравилось. Оно дисконнектило меня постоянно. И я так, ну, как-то не очень. Меня втащило тогда. Все как-то непонятно, через какие-то минуты там заходишь. Не понравилось мне. Где ты взял клаш на комп? В гугле, Кирюха, в гугле. Ого, аж один Dark Elix забрал. Ну я вообще тащу просто. А как в клан можно попасть к тебе? У нас сейчас клан полный. И не смотрите, что одного человека не хватает, он полный. Давай Вайзека. Через... Сколько там? Через 2 часа 20 минут Айзек будет. А, Антон, ты всегда на кланваре драконами нападать будешь? Нет, конечно. Нет, конечно. Драконы на высоких левелах, то есть на 10 уровне ратуши, когда там уже нормальные ПВО стоят, драконы уже не канают, совсем не канают. Драконами там далеко не уедешь. Кланвар 45 на 45 будет? Я думаю, что да, потому что... Хотя сейчас посмотрим. Так. Забавно читать ВКонтакте вопрос, когда стрим, и отвечать сейчас. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Если мы успеем забрать одного вот товарища еще, которого я хочу взять в клан, если он успеет прийти домой до старта кланвара, то будет, может быть, 50 на 50. Но он может и не успеть, поэтому, может, кланвар будет снова 45 на 45. Но это уже такое дело. Привет, Хэппи Стив. Так. Хэппи Стив просто очень рад увидеть клэш сегодня. Антон, у тебя в центре базы хэллоуинское надгробие. Серьезно? А я-то думал, что это там у меня за прыщ какой-то вылез. Я ждал Айзека. Хэппи Стив, загляни в оповещение на Ютубе или в группе ВКонтакте, и ты все поймешь. Когда будет Айзек? Впервые не ждал клэш. Ну ты, блин, Хэппи Стив, даешь. Уволить. А кем будешь нападать, если драконы перестанут быть актуальными? Ну там что... GoWiwi, да? Как это называется? Или GoWipe? Что там сейчас идет нормально? Големы, визарды и вички. Я, наверное, заберу здесь, сколько получится эликсира. Может, 50% тоже получится взять.
есть контакт. И еще одно надо забрать. Еще одно хранилище. Сколько подписка в гривнах? Я даже не помню. Хотя сам на себя подписался. Так, ну я думаю, хватит, да? Нет, не хватит, надо еще добить. Надо еще добить чуток процентиков. До крепости, где остальные 20 тысяч лежат, уже будет тяжеловато добраться. Придется много войск потратить, не хочу. Давайте лучше вот тут вот почистим. Да, вчера стримы были. Вчера мы допрошли со Славой Borderlands The Pre-Sequel. Так, все, 50% забрали. Все. 6 трофеев. Ей-я. Что ты думаешь о добавлении ящиков со скелетами? Ну, мне кажется, что они не особо сильно так решают, знаешь, чтобы о них там что-то думать. Ну, добавили, прикольно, чё. Немножко разнообразия внесли, и уже хорошо. Прикольно, что их можно переключать как на воздушный, так и на наземный режим. Для воздуха они, в принципе, наверное, неплохо будут заходить. А для наземного режима, не знаю, мне кажется, они не очень, потому что их мало. А, ну, может, тоже как дополнительное. Хомячок? Хомячокс, огромное тебе спасибо за поддержку. А, вот тебе партия оленей второму твоему аккаунту. Мужик сказал, мужик сделал, да? Спасибо огромное, дружище. И того, что мы имеем, нам еще 7 сабскрайберов до новых 2 смайликов. Да, 7 штук. А, кстати, ребята, вот я давно не постил эту ссылочку. У нас есть тема для предложений. Тема для предложений по поводу смайликов. Если у кого есть какие-то идеи, отправляйте темочку. Идеи ваши в этой теме оставляйте. Буду рассматривать интересные предложения. И, может быть, какие-то ваши идеи возьму для смайликов. Рамузон клевый, да. Так. Идем пока фармить. Войска-то готовы. А как тебе моя идея с рогатым рабочим? Ну, рабочий, ну, идея, в принципе, интересная, но я же говорил, что, как бы, идеи, которые относятся к какой-то одной конкретной игре, мне не очень нравятся, потому что на стримах у нас разные игры, да, и нужно, чтобы смайлик был какой-то универсальный. Какая сочная база, и герои свободны, ну, просто халява. Давайте посмотрим, что у нас тут. Одна Тесла, слабенько. Слабенько, хорошо, так. Давайте посмотрим. Надо забирать тут все, вообще полностью чистить. Только такс. И 2 хилки у меня есть, окей. Ну ладно, давайте начнем. Вот это сочные 300 тысяч. Как жалко, что мало таких баз попадается. Как жалко. Так. Пошли.
Еще и 1000 эликсиром. Вообще пойдет. Да, с этой стороны тоже, наверное, надо бы прочистить. Проходы. Загрязненные ресурсами. Так, и давайте, наверное, мы отправим остатки войск с этой стороны. А, только они пошли не туда, куда я хотел, чтобы они пошли. Жаль, жаль. Ну, лучники, лучники тут есть? Есть, наверное. А, нет, не пойдут они никуда. Нормально. Все пока хорошо. Халява пришла, да. Да. Блин, я бы и на королеву пропустил, и еще пропустил. Да. Ну, и так пойдет. И так пойдет, да. По-моему, нормально. А, Никиндриус, вообще никаких проблем. Меня более чем устраивает такой расклад, что вот ты, да, осознал, что тебе игра надоела, и ты вышел из клана, а не остался там висяком, да? Это вполне хороший вариант. Это ты все правильно сделал тут. Я бы на твоем месте точно так же поступил бы. Потому что, если бы клан был бы резиновый, да, и неограниченный, тогда можно было бы оставлять всех подряд. И там не париться, играет человек, не играет человек. А так ты освободил место для тех, кому игра интересна, которым от клана будет польза, которые будут запрашивать, давать подкрепление постоянно. Это все правильно, все правильно. Будешь на кланваре пеками нападать в будущем? Ну, любая тактика практически, насколько я понимаю, топовая тактика включает в себя пару пек. Пару пек. Почему за лучницей не следишь? Прямо руки. Потому что я за чатом слежу. Аномалия фит как бы... Я думаю, Да, хомячок, попробуй обновить страничку, допустим. Вообще странно, что не можешь смайлами пользоваться, потому что моя морда у тебя уже стоит перед ником. Может, просто страничку надо обновить. Этот твичик иногда подглючивает в этом плане. Он иногда просто выходит из твоего аккаунта, пока ты не знаешь об этом. Пока ты не видишь. Пеками в топе единицы нападают, обычно берут ведьм, они эффективнее. Макс, я вот сколько не смотрел, всегда берут два пеки. Всегда берут два пеки. Ну вот как Слава нападает, это как раз ребята нападают таким образом именно в топе, которые. Тот же Пинворм, он всегда берет себе две пеки. Два пеки, когда нападает... гигантами, ведьмами и магами. Робби, я смотрю, ты там плотненько на сериальчиках сидишь. Все в подряд, наверное, смотришь. А,
Макс, чифпата не смотрю. У него время не складывается с моим. Я только пинворма смотрю. Ну и там Язу смотрю и этого Monstered Face. Ну и то, как бы я уже давно в последнее время не смотрел, пока мы тут в борду играем. Не до стримов. Пека под яростью сносит все на своем пути. А Пека максимального левела, даже без ярости, я бы сказал, сносит все на своем пути. Мне вот Слава давал топового Пеку, и это весьма суровая махина. Блин, может забирать вот такие вот базы по 80 тысяч тоже? С другой стороны, я на них по 60 тратить буду. Так. 200 тысяч голды. Не, пойду пока дальше. Надо сначала эликсира набрать, потом голду. Саша, 17-16, добро пожаловать. Спасибо тебе за поддержку, дружище. Давайте поприветствуем Сашу. Огромное-огромное спасибо, ребят. Давайте в честь такого случая мы полностью этот музон послушаем. Всем нравится трансформер. Давайте, ребята, давайте. Ну, может, не полностью, но послушаем. この宇宙生み出すのは誰だ不気味な笑い儚い大切さら迎え撃て全て任せたおおお勇気のせいさせば空っぽ
А YouTube потом не будет ругаться или запись выкладывать не буду. YouTube не ругается, как ни странно, на эту тему. Что, в принципе, удивительно. Нет, Doomsday, все нормально. Тут я уже выкладывал на YouTube не раз записи по Clash с этой темочкой, и все хорошо. Пока что не жаловался YouTube ни разу. Именно на этот трек, то есть, не знаю даже. Стоит ли начинать играть в Clash DJ Next? Нет, не начинай, потому что Clash поглотит всю твою жизнь. Не начинай. Если ты еще и не играешь, не начинай ни в коем случае. YouTube только рад услышать этот эпичный музон, да. А вообще он на другие треки жалуется? Да, Макс, он очень часто жалуется, на все в подряд бывает жалуется. Но вот тут что-то мне повезло. Я поэтому и с удовольствием кручу эту темочку, что на нее, во-первых, ни YouTube не жалуется, ни Twitch не вырезает записи этого. Ну, в общем, звук не вырезает в записях. Обычно даже Twitch вырезает звук, когда ты начинаешь там песни какие-то крутить нормальные. Вот. Поэтому с этой темой все нормально. А сколько сабов для четких смайликов? Так. Сейчас нас 45. Так, стоп, мы кого-то еще пропустили? Что-то я сбился со счета. Мы кого-то еще пропустили? Вроде 43-м был второй хомячок с... Так, что-то мы пропустили, наверное, да? Нет, мы кого-то пропустили. Там еще такая проблема, ребята, по-моему, когда... Тихо. А, понятно, это тайм-аут. Такая проблема есть, если два человека сабается сразу в подряд, то может музончик и не сыграть, и оповещение не сработать. Влада пропустили? Влад. О, Влад! Хомячок, ты таки подписался Владом? Фантастика. Да, вот мы Влада пропустили. Вот я о чем и говорил, что если два человека одновременно примерно подписываются, то оповещение не срабатывает, бывает. Потому что нас сейчас уже реально 45. Еще 5 сабскрайберов. До новых смайликов. Вот. Ну, хомячок, ты даешь просто вообще. Ты нереальный просто. Ты смотри, сейчас теперь все теперь наши зрители будут попрошайничать у тебя, чтобы ты за них засабскрайбился. Меняй свое имя, да. Да я Вадиму говорил, что он уже Влад давно еще. С самого первого стрима я его Владом называю, как он только зашел к нам. Я все время его Владом называю. Он, наверное, привык уже. Так, что-то мы на нормальную базу найти не можем. Прошлую на 300 тысяч нам дали, и, мол, все, радуйся теперь. Кстати, хомячок, ты смотри еще, там в некоторых вариантах сабскрайба... Если, может быть, сабскрайбиться через PayPal или как-то еще, там иногда стоит по умолчанию автопродление. Или там, когда сабскрайбишься, выставляешь автопродление. Ты с этим тоже посмотри внимательно. Вот. Чтобы не получилось так, что в следующем месяце ты, может быть, не захочешь уже, да, подписываться, а тебя на 3 аккаунта пересабскрайбят.
Влад, не спорь, теперь ты Влад. Все, подбор противника в процессе. Игра уже надоела. Как убрать это? Хэппи Стив, я вот посабскрайбился через WebMoney, и мне не поставило автопродление. И, по-моему, я сабскрайбился еще с банковской карточки, и мне тоже автопродление не поставило. Может быть, там, когда ты через PayPal сабскрайбишь, тогда автопродление стоит. Я вот, честно, пока не понял. То есть, а может быть, поменяли эту тему, когда добавили новые способы оплаты, потому что, ну, еще там сколько, месяца 3-4 назад было только два способа проплаты, через банковскую карточку и через PayPal. Это вот уже они недавно добавили огромное количество способов оплаты и, может быть, автопродление подписки и убрали. Я тут что-то пока не знаю. Ну, ты можешь зайти в этот в аккаунт свой и посмотреть. Там тебе напишут, когда заканчивается подписка и... Блин, тут я даже не знаю. У меня через PayPal было, автопродление стояло. Вот, Фриман говорит, что через PayPal автопродление у него стояло. Вот. Пойду короля опять наш 100 левел. Да, Хэппи Стив. Нормаленько уже. Главное короля до 5 дотянуть. Чтобы у него обилка появилась. А дальше уже можно и не спешить. Сливать просто на улучшение королей и этой... Королевы. Короля и королевы. Сливать черный эликсир ненужный. Так, что-то вообще не прет как-то. Надо, наверное, нападать на все подряд, да, и не морочить голову. Как минимум, вот сюда давайте мы нападем. Здесь можно забрать будет две звезды и получить там 20 трофеев примерно. Воу-воу-воу, блин. Как-то я... Что-то я сломал свой ОБС. Теперь он нормально не захватывает мне окошечко бустакса. Это как-то немного обидно. Почти обошли бомбу. Почти. Хилку пожалел, называется. Пожалел хилку, да, с такими мортирами уже тяжело. Поиск базы для кланвара в конце стрима запилишь? Нет, поиск базы у нас по расписанию. Вы вообще... Да. Ровно столько, сколько эликсира я получил, столько я и слил на эти войска. Поиск базы, поиск клана для кланвара у нас в 16:00 по Киеву стартует, поэтому у меня будильничек стоит. Так. А
Антон, а счет идет на подписки или на подписчиков? Через месяц все сбросится или нет? А, да, через месяц сбросится. Через месяц сбросится и придется... То есть, если мы сейчас не возьмем эти два смайлика, если я их не добавлю, то в следующем месяце, ну, когда там уже, да, первые, кто вот там в первый день, да, в первый, второй день много подписалось, а когда месяц пройдет с тех пор, то придется нам заново всех сабскрайберов набирать. Будильничек для Клэша, да. Я его поставлю, наверное, даже, чтобы он мне звонил каждую пятницу, чтобы наверняка я не пропустил. А то вот сегодня Дима мне помочь не может, поэтому... Ну, на стримчики неожиданно начинаются. Да, как получается, собственно, так они и начинаются. А, блин. Как оформить саба? Просто жмякнуть на кнопочку «Подписаться». И дальше следовать инструкциям, выбрать удобный способ оплаты. Да, до окончания месяца точно будет еще 5 оленей. Да, да, да. Я тоже так думаю. Через что покупать? Там практически любой способ оплаты есть, какой тебе больше нравится. Там даже такое есть, о чем я никогда не слышал. А, можете мою базу посмотреть? Да, Саша, без проблем, без проблем. Сейчас я дай только войска солью. Ты пока можешь написать свой идентификатор твоей базы и твое игровое имя. Антон, это сложно скосить глаза на комменты, один глаз на комменты, а второй глаз на клашек? Да, да, это глаза, я понял. Это сложно. Это не то слово сложно. Поэтому я постоянно пропускаю открытые таунхоллы, поэтому я пропускаю иногда сочные базы, когда... Читаю клашек, а вторым глазом так, о, вроде там, точнее, когда я читаю клашек, все нормально, я уже клашек читаю. Когда я читаю чатик, а вторым глазом так, вроде посмотрел, вроде база неинтересная, и жмякаю далее, а потом, а, 200-300 тысяч я пропустил. Бывает, бывает такое. Саша, а ты можешь дать не название своей базы, а именно идентификатор? Мне так будет гораздо проще найти твою базу. Это тот, который через хэштег пишется. Хэштег и там циферки, буковки. Блин, вот тут тоже. В принципе, 180 тысяч можно было бы отхряпать, но мортиры луков моих с лету снесут, да и варваров туда же, в принципе. Где эта кнопка подписаться? Назара, а ты с мобилы, да, наверное, сидишь? Если с мобилы, я даже не знаю. Я даже не знаю. Ну, а если бы ты с ПК сидел, то, я думаю, ты бы не спрашивал. Антон, перископ надо? Ну, я даже не знаю. Думаешь, он поможет? Я его не знаю, клаша под рукой нет. Ну, я попробую, Саш, найти... попробую найти твою базу, если... Ну, твой клан. Если получится, то мы посмотрим. Если нет, тогда уже в следующий раз, когда ты будешь знать идентификатор. Сейчас я только войска солью.
Че, когда у всех 4 мортира особо не позахватываешь, варвары лучники. Да, 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 да. Вот сейчас уже проходит эра варваров и лучников, я бы сказал, когда 4 мортира уже. Это жесть. Но, с другой стороны, и правильно. Я даже рад этому, на самом деле, потому что это дополнительный стимул мне перейти на фарм. Да, Саш, я это, я... У меня все открыто. У меня вся твоя информация есть. Я вижу. Я вижу. Только погоди, я войска солью. Хорошенечко так солью. Базу мы найдем, так что бахнуть ее сразу. Вот. Пятьсот темного эликсира, 2 мортирки. Ну, мортирки такие себе, в принципе. Ну, давайте посмотрим. В крепости клана никого нет. Здесь ловушки, как ни странно, тоже нет. Ладно, давайте. Попробуем забрать эти 120 тысяч. 120 тысяч хоть что-то. Чистим немного. Надо фармить по моей стратегии. 6-8 хогов добавлять к варварам и лукам. И брать рейджи, а не хилы. Ну, Макс, я заклинаниями вообще как бы редко пользуюсь на самом деле. Потому что, ну, дороговато. Дороговато. Это ты там сидишь со своим этим X-Ray'ем, или как он там называется, я уже не помню. Ты там, конечно, фармишь базы, где там по 400, по 500 тысяч всегда есть. Это мы знаем, мы знаем. Ох, бомбочка хорошо зашла, хорошо так зашла бомбочка. Так, ну и луки тут хорошо зашли в эту мортиру, просто прекрасно. Такс. Короче, врываемся. Хомячок, я прочитал с первого раза про набор перископов. Я даже не знаю, что тебе ответить, просто. Мне нравится, как Макс всегда начинает отмазываться, что он этот X-мод свой давно уже снес. Это так весело. Так, хорошо, давай, Саша, посмотрим твоих стальных бестов, если мы найдем. Да? Искать. А, база, это база твоя, Steel Beast, а клан Школа Выживания. Тьфу ты. Тьфу ты. Steel Beast. Я что-то подумал, что клан Steel Beast твой. Так. Да, тебя еще не выгнали за неактивность, ты еще в этом клане. Что такое X-мод? Ой, Влад, лучше тебе не знать. Блин, Саша, ты прости, но я даже не знаю, что, на что тут посмотреть еще можно.
Ну вот, смотри, как минимум мы видим, что мы видим, какие мы выводы с этого нападения делаем, что твои башни колдуна стоят в не очень хорошем месте. Нужно было их ставить, хранилище у тебя, да, вот тут вот стоят, да, вот тут хранилище. Тебе нужно было ставить вот здесь, даже не знаю, плохое расположение базы на самом деле, потому что вот эти вот башни колдуна мало что тебе дают. Видишь, их даже все обошли и забрали все твои хранилища. Нужно башни колдуна ставить вот под самые хранилища, чтобы они защищали твои хранилища. Потому что радиус у них небольшой, чтобы в этом радиусе нужно, чтобы у каждой башни было по два хранилища. Тогда дело будет. Вот, а так вот, видишь, мы просто прекрасно видим, какие результаты дает твоя база. Вот, у тебя, видимо, были ресурсы, люди не остановились одним снайпом, это бывает. Далеко не всем нужны снайпы, не всем нужны трофеи, но... Да. Читай чатик, Влад сдался, он теперь Влад. Ну, я уже тоже его Владом называть буду все время, все нормально. Так... Вот, ну а так я даже не знаю, сложно пока так сказать, что у тебя тут было. Вроде бы так более-менее, но... Я бы тебе советовал почистить еще больше всех вот этих зарослей. У тебя, кстати, тут вон кристаллы лежат халявные. Вот. Ой, привет, Аня. Привет, Аня. Ой, Олегос подтянулся. Так, давайте мы еще пойдем на следующую атаку. Да, сегодня вы, Олегос, подозрительно ворвались вместе. Хэппи Стив, мы смотрели твою базу уже не один раз. Не один раз. Го Вайзека уже? Ну, хомячок, еще не время. Еще надо пофармить в клашике, а потом и Вайзека за рулем. У нас все по расписанию. Аня, Олегос, видимо, очень удивлен такому повороту событий. Тому, что вы вместе живете. А, Ярослав, да, я думаю, можем заглянуть на твою базу. Сейчас, чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже. Сейчас мы войска сольем, я думаю, глянем без проблем. Это недолго нам. Искать никого не надо. А правда, давай Вайзека. Аня, тебе же Айзек нравится не больше, чем Клаш. А то я даже не знаю, что тебе больше нравится, Клаш или Айзек. Такой сложный, по-моему, вопрос. Очень... Про что игра Айзека, то все так хотят стрим по ней. О, Айзек, это великолепная игра. Просто великолепная игра. О маленьком мальчике по имени Айзек, у которого мама немного двинулась, смотря христианские передачи. Ей
голос в ее голове сказал, что ей нужно убить своего сына Айзека. Ну и Айзек понял, что скоро помирать ему придется, и, короче, спрятался в подвал. И мы играем Айзеком, бродим по подвалу, чистим какашки в подвале, собираем разные ништяки, дохлых котов и прочие прелести. Вот, ну а потом, собственно, показываем маме, что все-таки не так-то просто с нами справиться. Вот. На языке народу больше, я радуюсь за тебя, когда на твоих стримах много народу. Ну, Аня, это такое, знаешь. Много народу и больше флуда в чате получается. За чатиком сложнее следить, тут такое. Во всем есть свои, конечно, плюсы и свои минусы. Антоха, меня обозри-ка. Так, сейчас мы пробежимся по нашему клану обязательно. Все, мы хотим Айзека, ништяки, дохлые коты и какашки, наше все. Да-да-да. Так. Тут не пройти так просто. Привет, Антоха, я тебе там написал в ВК по поводу сотрудничества, прочитал, как будет время. Ну, прочитаю после стрима, прочитаю. Я ВК читаю вообще всегда. Печень, сейчас пробежимся по вашим базам, ребята, сейчас пробежимся. Слава, так ты там как, стримил таки, да? Ты там таки стримил, а то я все пропустил, наверное. Расскажи нам, Славе, как там у тебя вообще пошло? Если ты видел все концовки, то все герои — это переодетый Айзек. Он думал, что переодевшись, сможет обмануть сам себя. А загадочный мальчик — это Айзек, задохнувшийся в сундуке. Одна из концовок. В итоге мы понимаем, что в итоге Айзек все равно сдох. Печаль. Да, Слупок, у меня все концовки, у меня даже видео есть со всеми концовками на Ютубе. Ну, с прошлого Айзека. Тут концовок-то побольше. Посмотрим, что тут еще добавилось. Твои стримы — отличный фон, когда рисуешь или занимаешься каллиграфией. Да еще и идею почерпнуть можно из слышимого. Прикольно, прикольно. Ну, Слава, ты нам сообщай, когда будешь стримить. Мы зайдем. Мы зайдем. Аня, Маша, она в таком полу-АФК режиме. Она здесь, но она не здесь. Она нас слушает, но она в чатик редко заходит, потому что она, скорее всего, сейчас или на работе. Или на работе. Да. Давайте поможем Ане найти Машу. Да. Блин, ну вообще какая-то непруха. Где вы, базы? Почему во всех базах сейчас горы золота, а нету эликсира? Почему раньше всегда наоборот все было? Ну что это за... Потому что все, наверное, эликсир свой тратят на стенки. Ненавижу их. Давайте хоть сольем вот этот вот, хотя бы эту ратушу.
И то приятно будет. Хоть что-то. Чё-то не идет фарм. Да, вообще что-то какая-то непруха такая. Вот как нам дали базу на 300 тысяч, так, собственно, и все, на этом все закончилось. Антон, обнова Axiom, кажется, вышла. Аня, там что-то кроме бассейнов добавили? Хотя, я думаю, если ты говоришь «кажется», то ты еще сама толком не знаешь, что там добавили. Ну, посмотрим, посмотрим. Но пока все равно, Аня, если ты намекаешь на то, что пора записывать Симсов, нет, пока еще не будет Симсов. Надо немного больше отдохнуть от Симсов. Давайте голосовать за Симсов. Но не скажи, Аня, далеко не все. Далеко не все. Ребята, правда мы Айзека ждем? Правда? Какие Симсы? Мы все Айзека ждем, сидим тут. Правда? Правда? Напишите в чатик. Кинь оленя, если ждешь... кинь оленя в чатик, если ждешь Айзека. Блин, сколько тут всякого барахла. А, давай, Маш, пока. Пока. А на RimWorld что кидать? А, Влад, RimWorld не будет пока что. Ближайшие несколько месяцев, я думаю. 2-3 посмотрим. Ближайшие несколько обновлений RimWorld не будет. А, возможно, попозже будет RimWorld. Ну, невозможно, а он будет точно, но попозже. Да, это факт. Давайте хоть сюда зайдем, блин. Я даже не знаю, что делать. Да ну, блин. Там еще эти повылазили. Подкрепление. И в виде гигантов оно такое не очень подкрепление, но все равно проблемы доставит. Даже хилочку вам сюда кину, пацанчики. Как решетку ставить? Решетка — это цифра 3 на английской раскладке с шифтом, насколько я понимаю. А, они туда пошли. Почему ты не кидаешь зелье? Потому что дорого. Потому что дорого. Ну, неудачная база была для атаки такая, да. Да, совсем такая неудачная. Сколько мы там? 30 тысяч заработали, да? И все. И даже сейчас трофеи еще слили 20. Печально. Ну, 54, ну, атака-то... Нет, атака не окупилась. Атака не окупилась. Печально. Печально. Sad story.
Дима Брейнс, я не знаю, на каком стриме ты выиграл, но я не помню, такого не было. Если бы ты выиграл, мы бы посмотрели твою базу. Поэтому, увы, лови тебе небольшой такой мут на две минутки. Мне ваша информация о ваших базах не надо. Неинтересно. Пока вы реально это не выиграете. Блин, полчаса осталось, а мы только миллион эликсира нафармили за эти полчаса, даже чуть меньше. Вообще печально днем фармить. Да, давайте посмотрим, кто у нас. Вот Ярослав первый у нас тут в чатике оказался. Давайте посмотрим на базу Ярослава. База Ярослава. Ярослав, зачем тебе сейчас драконы твои? Так. Ну, вряд. Ну, в принципе, нормально. В принципе. Да. Может быть, не самое удачное, как бы, расположение мортир, но в целом. В целом, я бы, может быть, даже поменял бы местами мортиры и башни магов, вот эти вот две. Но, правда, тогда вот эти. Ну, даже не знаю, такая своеобразная база. Ярослав, у тебя своеобразная. Так, сейчас посмотрим. Антон Гумов, второй акт. Сейчас. Так, печень. Попался под руку. Сейчас некоторые до тебя дойдет. Ого, так вы уже почти 2 часа играете? Да, Аня, мы так сегодня раненько начали. Так, печень. Печень, печень, печень. У-ху-ху. 7-й уровень ратуши, да? Ну, в принципе. В принципе, нормальненько так, более-менее, да, пойдет. Пойдет. Единственное, что мне не очень нравится вот такое вот расположение мортир, потому что можно кинуть сюда 3 молнии, и от этих мортир ничего не останется, от всех троих. Их нужно шире ставить. Ну, это такое. Так. О, Славик попался. Славик, давайте по традиции посмотрим на базу Славика. По традиции посмотрим на пупырчатую такую, я даже не знаю, как правильно сказать, пупырчатую базу Славика. Это халявные обзоры, нет, тролл, нет. Так, Некр, давай глянем на твою. Да, Думсдэй, я тебя троллил. Что ты, как не знаю. Так. Думсдэй, да тебе тут еще качать и качать. Ты что? Строители все спят. Ну ты и олень. Смотри, у тебя еще как минимум одна башня магов не вкачанная. А ты... А строители спят. Как ты можешь вообще? Как? Я не понимаю. Я вообще не понимаю. Так, что там в чатике происходит? Я выиграл в Ютубе видео стрима на первых 30 минутах, когда я тебе партнер. Дима Брейнс, если ты выиграл когда-то, то мы посмотрели твою базу. Если мы тебя тогда замутили, и ты не знаю, не смог мне дать свои данные по какой-то причине, то, извини, мы сейчас не будем смотреть твою базу. Ну, что-то я как, не знаю, как... Ну, в принципе... Хотел сказать, как маленький ребенок, потом подумал, что... Не смешная шутка будет, да? Антоха, а будет набор в твой клан? У нас клан уже полный, поэтому набор пока... Не планируется. Когда много народу уйдет, когда мы много народу выкинем, тогда и будет набор.
Он был в муте, мы его затралили. Ну, кто ему лекарь, правильно, Влад? Никто тебе не виноват. Сейчас, Макс, подожди, дай я войска солью, посмотрим на твой второй. Ак-к. Хомячок, я прочитал раза три так точно про выливание эликсира и строительство стен из этого дела. Я не знаю, ты, зачем ты пишешь это по несколько раз. Все пишешь и пишешь. Как удалить клаш из Блустакса? Там есть где-то установка и удаление в Блустаксе. Жмякаешь и удаляешь. Когда язык будет? По расписанию. Сегодня в 18 по Москве, если я не ошибаюсь. А лучше посмотрите расписание, потому что я могу и ошибаться. Так, Ник пришел. Ник ушел. Максу можно нам подождать 2 часа? Базу Макса я с двух кликов найду. Потому что он у меня в клане. Проблемы какие-то? Или я должен обзоры, скажем так, даже не обзоры, а просто такие небольшие смотрины. Смотрины баз разыгрывать для наших соклановцев? Ребята, извините. Я уже говорил сегодня, если вы пришли сюда тупо за обзором базы, идите куда-нибудь в другое место. Вы обзора не дождетесь. Я уже говорил об этом. Я вижу, лучницы и варвары не тащат, пора переходить на более крутых. Да, мистер Слайм после 4-й мортиры стало тяжелее фармить варварами и лучницами. Я как раз улучшаю сейчас себе этих миньонов. Миньонов, и тогда мы будем попытаться учиться фармить шарами и миньонами. Да, Слава, запускай, короче, стрим, и все, кому интересны обзоры баз, пойдут к тебе на стримчик. Вот. И все будут довольны. Да все они тащат, добавляйте хогов просто. Ну, Макс, хогов, понимаешь, многим дороговато добавлять для фарма. Не все располагают таким количеством черного эликсира, чтобы хогов раскидывать. Хоги уже не те. Правильно, сплавь все Славе. Слава сам предложил. Я не просто так. Давай, Слава, запускай. Слава, сделаешь мне обзор первому? Хоги, мягко говоря, то, что у Айзека после победы в аркаде на голове. Я думаю, Макс даже не догадывается, о чем ты, Думсдей. Но это к лучшему, а то он начнет сейчас рассказывать о том, что Хоги рулят, мы ничего не понимаем, о том, что он уже не играет на этом с этим с X-модом, или как он там называется. Ну, Макс такой Макс вообще. Все у него не как у людей. Стоп. Хомячокс? Стоп. Что? Где? Когда? А? Хомячокс? Третий? А?
Алло? Эй, что за непруха? Сломался, короче, наш этот, видимо, оповещатель о сабскрайберах. Сейчас мы это дело исправим. Сейчас. Сейчас, хомячок, погоди. Сейчас мы тебе пикетари устроим. Держи, хомячок. Так, что-то реально сломалась оповещалка. Наверное, когда сабскрайбятся два человека сразу, оповещалка просто перестает работать, к сожалению. А, да, я перед началом этой песни хотел забыл сказать. Всем привет, с вами Галактики, и сегодня мы считаем хомячком. Да. Кланвар завтра. Олегос. Кланвар завтра. О, Слава, Слава, я вижу тебя, Слава, я тебя вижу. Так, Слава, я тебя вижу. Давайте, ребята, заглянем сейчас к Славику. К Славику, так, сейчас, секундочку, сейчас я выключу. Выключу вот это бла-бла-бла-бла-бла. Так, сейчас. Суперкоманда на страже вашего иммунитета. А? Суперкоманда на страже вашего иммунитета. Слава, ты там телек смотришь? Слава, сделай мне обзор. Так. Вот канал Славика. Вот канал Славика. Кому интересны обзоры базы? Обзоры баз раздают там. Сейчас, секунду. Очень тихо. Да, тиховатенько немного. Секунду, ребят. Сейчас.
Сейчас запилю. Антоха, твоя база будет первой. Секунду. Ты только, Слава, звук на моем стриме выключи, если вдруг что. А то я твой стрим сейчас слушаю. Я даже слушаю, не просто буду слушать. Ой, а еще, Слава, у тебя громко игра звучит. Громковато. Сейчас, секунду, ребят. Я отойду на 2 минуты. А, Слава, на 2 минуты отойдет, пока ладно. А, да, Макс, давай пока посмотрим тебя. Где ты там? Сейчас, секунду, ребят. Я отойду. Так.